Всем привет, с вами Кента ПК. Всем привет, ребята! И Тик-Так тоже на проводе. И сегодня у нас будет мега-эпичная битва кейсов против Тик-Така. И тот человек, который победит, заберет все скины проигравшего. Ребята, и конечно же, эту мега-эпичную битву кейсов мы будем проводить на сайте Steady Drop. Ребята, ссылочка в описании, и по промокоду Кент вы получите приятный бонус. Пишешь такой промокод Кент, и баланс пополнения умножается вдвое. И конечно же, наше брутальное, эпическое, трешовое открытие кейсов мы, ребята, начнем именно с Аркан. Саркан, вау! Да. И у кого скины дороже, тот и получит все скины проигравшего. Неплохо. Но, Тик-Так, мне вот кажется, что подписчики кое-что забыли. Лайк поставить, по-моему, да? Да, ребята, ставим огромные лайки и подписываемся на наши каналы. Лайки, подписка — это очень-очень хорошая примета. Ну что же, ребята, и первый кейс — это кейс Тик-Така. Ну что, Тик-Так, ты готов? Давай, 3, 2, 1, нажимаю, бам! И что же выпадет? Лишь бы лажа. Тик-так, ты статрек должен... будет, сейчас будет статрек. Так, какой статрек, юмпи пиксель максимум. Смотри, изи, либо нож, либо статрек, изи. Блин. Фух, ребята, я уже испугался, как же я испугался. Так, забираем. Опа, первый скин мы уже забрали. Ребят, как же круто, что можно все скины, которые ты выбил, сразу вывести. Ну а теперь кейс Кенте. Ребята, ну что же. Поехали. Не будем тянуть резину, открываю кейс Кента. И что же мне выпадет? Надеюсь, керамбит. Ребят, ну как же мечта о керамбите? Хотя бы на этом сайте. Просто изи слив будет сейчас. Не-не-не, это у тебя слив. Так. Охренеть, я не верю. Я не верю своим глазам. Чего? Нож! Какого черта? Это как вообще? Нож. Блин, это обидно. Ладно, 1-0. Ребята, как вы думаете, кто победит? Кента ПК или Тик-Так? Тик-Так, конечно же. А давай-ка мы еще одну аркану откроем, не против? Еще одну? Ну давай, конечно, чудес. Ну а что? Ну ты видишь, как же мне прет, нож выпал. Так, ну теперь кейс Тик-Така. Так, ребят, какой самый плохой скин? Сань, какой? Мне кажется, надо открыть, и потом после того, как мне выпадет хороший скин... Короче, ребят, что Тик-Так выпадет самый плохой скин? Смотрим. Не, статрек Treasure Hunter. Пока что 1-0 побеждает Кента ПК. Да ну, чувак! Фу. Блин, говно, чё за фигня? Как же я испугался, ты чего, понимаешь? Попросил, чтобы мне говно выпадало одно? Ты понимаешь, я мог проиграть. Так, ну что же, еще один кейс открывает теперь Кента ПК. Опять открываем Аркану. Тик-Так, ты готов? Да, полетели. Полетели! Блин, ребят, если мне выпадет еще один нож, я просто буду в шоке. Так, просто... ну что же... Какой-нибудь отдать ему нест и все, чтобы он сидел и молчал. Не-не-не. Плюсе. Так. Да ну. Блин! А, хотя статрек. Какого черта? 1000 рублей! Я опять в плюсе. Чувак, надо было кейсы без тебя открывать. Офигеть, я в плюсе. Так, ребят, опять кейс Тик-Така. Пока что 2-0 в пользу Кента. Бум. Поехали. И что же выпадет Тик-Таку? А ну-ка. Так, сейчас мне выпадает нож какой-нибудь, и ты просто такой: о, чё, как? И я такой: да, братишка. Да, нож. Фу, я уже испугался, думал, по-настоящему нож выпадет. Я не могу, я леваю, это что это такое? Ребята, опять выпал любимый скин Тик-Така. Антиподкрутка, 238 рублей, что это за такое? Так. Чекай, сейчас тебе нож выпадет, я буду тогда тупо орать, если тебе реально выпадет нож. Подожди, а теперь моя очередь открывать аркану кейс. О, да ты что, вот это будет трэш. Так, ну что же, ребята, пока что... Какой счет, напомни? 2-0. Сейчас будет 3-0. Ребята, смотрите. Да я уверен, что будет 3-0. Так, я уже не знаю. Надеюсь, вы все поставили лайки. Кто лайк поставил, тот красавчик. Так, ну что же. Так. Да нож! Статрек. Это какой-то трэш. Да, как? Я опять окупился! Опять! Блин, я в шоке! Я-то как в каком шоке, ты не представляешь. Блин, как же это круто. Это так, жесть. Ну что же, у нас осталось с тобой 400 рублей. Давайте-ка мы откроем просто эпические кейсы. Дадим шанс Тик-Таку отыграться. Так, это твоя очередь, правильно?
Давай. А просто сейчас выбью генезис и просто выиграю. Давай, бау, полетели. Генезис, а что там выбьешь? 3-0. Ребята, изи, изи, просто изи. Так, ну что ж, смотрим, что выпадает Тик-Таку. Так, его любимый... Просто генезис, пожалуйста. Юнпи Шарк. Не, генезис. О, твой любимый скин выпал. Смотри, любимый скин Тик-Така. Вот это повезло. Вот, это Габелла. Вот это повезло Тик-Таку. Выпал его любимый скин. Блин, ребят, как же это круто. Пацаны, так. Поддержите лайком, поставьте лайк, если вам меня жалко. Или меня жалко. Ребят, если и меня жалко, лайк поставьте. Пожалуйста, ребята, лайк, подписочку, хороший комментарий. Мне и Тик-Таку будет приятно. Так. Что же подает мне статрек, мой любимый? Так, я не понял, что за М4? Да все равно, у тебя даже это дороже, понимаешь? А, ну когда, у тебя было 6 рублей или 5? 4-0, это все нормально? Это контрится как-то? Ну, это, скажем таки, ну, непаливные читы. Последний раунд. Кента ПК против вот этого подлеца. Вот его! Вот этого подлеца. Ребята, кто же победит? Прямо в эту секунду напишите в комментариях. Потому что, внимание, я Тик-Таку даю огромную-огромную фору. Именно этот раунд будет по 5 очков. То есть, если он выбьет скин дороже, чем я, то я ему отдам все свои скины. Нифига Ребята, себе. Ребята, это все ради шоу, ради вас. Давай. Даже отдам свой нож. Нож? Ну, который я выбил. Поехали. Так, ну что же, давай. Считай, у нас 0-0, да, счет? Ребята, да, это все ради вас. Поэтому, ребят, пожалуйста, поставьте лайк ради такого экшена. Ну что же, поехали. Ну сейчас мне должно повезти. Просто поехали. Должно. Что же выпадет Тик-Таку? Так. Ох, какой же это экшен! Ох, прям ручки вспотели. И что же выпадает? Пожалуйста! Да ну, не статрек! Нет! Да! Статрек! Это габел! Нет, только чувак, 60 рублей! 58, да? Это фиаско. 58. Да, 58 рублей. Блин, ура, наконец-то. Это фиаско, нет! Да не гони! Слава богу. Ну давай, теперь ты открывай. Посмотрим, блин, зря кто это сказал. Да ну, вот это жесть. Все, ребята, походу я отдам весь свой инвентарь, который выбил Тик-Так. Тебя никто не просил давать мне такую фору, но, к сожалению, видимо, ты проиграешь. Ну, я решил ради шоу. Ну, ребят, ну хотя бы лайки поставьте. Ладно, уже потеряю 2500 рублей. Ну, хотя бы лайки Обед. Поставьте. Так, мне выпадает. Ну, блин, что тебе сказать? Ну, чуть-чуть правее статрек! Не-н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 е-
это просто полный трэш. Даже браузер завис, ребята, это полный трэш, нет. Мы сойдем с ума. И, ребята, на этой прекрасной, светлой ноте для ТикТака мы заканчиваем наше видео. Ну и прямо сейчас я вам, ребята, покажу вывод скинов. Что нам надо сделать? Мы нажимаем на нашу аватарку. После этого, ребята, мы выбираем скин, который надо выставить. К примеру, FAMAS Fury. После этого, ребят, мы заходим в игру и выставляем скин, как я. То есть я зашел в игру и выставил дробовик, который стоит 20 голды, выставил за 400. После этого я, ребята, делаю скриншот и отправляю на сайт. И мне остается просто ждать, и я, ребят, получу то количество голды, которое стоит FAMAS Fury. Так, все, ребята, я загрузил скриншот. Также я им пишу название скина, то есть, который я выставил, это статрек SM1014 Post Thunder. И мне остается просто ждать, пока они его купят. Все это, ребят, происходит в течение буквально пары минут. Все очень быстро, очень классно и, самое главное, надежно. Теперь давайте-ка мы зайдем в игру и все это проверим. Так-то так, я зашел в игру. И, ребята, просто жду. Ждем. Все, буквально, ребят, прошло, не знаю, меньше минуты, и у меня уже купили этот скин. Это очень классно, очень круто, и самое приятное, то, что это все, ребята, не развод, это все по-честному, поэтому, ребят, играйте и побеждайте вместе с нами. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК, всем удачи, всем хорошего настроения. Также на сайте, помимо открытия кейсов, есть крафты, есть минер и многое-многое другое. Так что, ребят, переходите, открывайте кейсы и побеждайте. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.